Свитер с центральной регланной прибавкой. Она здесь у нас, друзья, одна. Это, наверное, один из самых простых способов вязания свитера для собак. Мы выделяем 2 петли и в каждом втором делаем прибавки. Вот так выглядит наш свитерок сбоку. Больше никаких сложностей нет. Карманы здесь прорезные, ой, рукава, извините. Мы их провязываем отдельно. В момент отделения рукавов мы вяжем центральную часть грудки, продолжаем прибавки на месте провязывания пройм и отдельно вяжем спинку. Вот так он выглядит, свитер с центральной регланной линией.